Ребят, всем приветствую на моем канале Джемикс. Сегодня я хотел бы распаковать и показать RGB-лампочку с AliExpress. Значит, вот такая обычная лампочка, которая подходит, в принципе, в любой домашний стандартный плафон. Она идет RGB, то есть меняется цвета. Она должна быть с пультом. Она приехала с AliExpress, и сейчас посмотрим, что это такое, будет ли она вообще работать. Будем использовать вот этой настольной лампы, это подопытные, скажем так. Сюда мы ее вставим и попробуем вообще переключать цвета, и что это такое, и стоит ли покупать на AliExpress RGB LED лампу. Кто еще не подписан, ребят, обязательно подписывайтесь, если вам интересна данная тематика. Ну, конечно, кому понравится, оценивайте мои ролики, пишите в комментариях, кому что непонятно. Приятного просмотра, поехали! Итак, ребят, лампа идет в вот такой коробочке, LED RGB лампа, здесь нарисованный пульт, то есть он должен идти в комплекте. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что здесь вообще есть. Да, действительно, здесь находится пульт управления вот такой лампочкой. Кстати, он очень похож на мои пульты от управления подсветкой стола, ну, то есть вот эти вот, вот синенькая, красненькая, кстати, синенькая, прикольно. Значит, получаем в комплекте пульт управления этой лампочкой, ну и, соответственно, вот такая вот лампочка, обычный стандартный плафон. Бывают они на разные ваты, то есть можно купить побольше, можно поменьше, 3, 5 и больше ватт, это конкретно у меня на 5 ватт. Я специально брал для декоративной подсветочки, то есть мне не нужно, чтобы она максимально ярко светила, засвечивала, заслепливала, а нужно просто, чтобы она прикольно светила и могла переключаться. Использовать будем вот такую обычную, самую стандартную лампу настольную. Берем эту лампочку, ну и, соответственно, вкручиваем нашу лампочку в настольную лампу. Дальше берем, включаем это все дело в розеточку, и после чего включаем нашу лампу. Ничего не происходит, нужно же с пульта ее включить. Значит, ребята, эта лампа реально работает. Вот таким вот образом она светит, и смотрите, здесь можно перелистывать цвета. Получается зеленый, синий, красный. Возможно, камера все это дело не передает так, как оно есть на самом деле, но все же примерно вы понимаете. Так, значит, здесь желтенький, голубой, фиолетовый, несколько оттенков голубого, то есть светлее, темнее. Также можно здесь, огромный плюс, вот эти клавиши добавляют, убавляют яркость этой лампы, то есть мы можем... Вот смотрите, я ставлю минимум яркости, и также я ставлю максимум. Давайте на минимуме, лучше видно. Точно так же, вот смотрите, красный, зеленый, синий, белый. Есть просто белый, это прикольно, потому что можно использовать как обычную лампу. Точно так же с пульта мы можем ее выключить, и точно так же с пульта мы можем ее включить. Также здесь есть несколько режимов, например, вот такое вот переливание. То есть все цвета идут разными цветами, то есть все цвета переливаются по очереди, его. Но заметьте, что добавить или убавить скорость переливания мы не можем. То есть они переливаются так, как настроены изначально, добавить, убавить не можем. Первый режим, второй, это просто вот мигают все цвета подряд несколько раз, вот таким вот образом. Еще один это переливание. Дальше у нас просто горит, допустим, красный, горит потом несколько секунд другой и по очереди все цвета. И последний режим это побыстрее все переливаются. Вот такая вот лампа, собственно, вот такие вот функции ловит. Она реально, ну, по квартире, вот, допустим, с 5 метров где-то, она, вот этот пульт работает отлично, можно поставить эту лампу где-то, где вам удобно, и с пульта ее, соответственно, включать, выключать, переключать любые цвета, очень прикольно, как для декорации. В общем, ребят, вот такая вот лампочка идет вот такой вот коробочке, так что, кому интересно, пишите в комментарии, это не реклама, то есть это я реально себе покупал, и просто интересно было, как это все дело работает. Если кому-то интересно, пишите, скину, где я ее покупал, поэтому, кому интересно, пишите, все реально работает. Все включается, пульт, лампа, несколько цветов, все в комплекте есть. Вы были на канале Джемикс, подписывайтесь на мой канал, оценивайте мои ролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на моем YouTube канале.